Доброго дня, шановні глядачі. Це програма «Це вас хвилює». Я Тетяна Мілякіна. По понеділках у цій порі в прямому ефірі ми говоримо на тему здоров'я. І сьогодні торкнемося актуальної теми, що стосується здоров'я немовлят і здоров'я молодих матусь. Грудне вигодовування. Користь. Про тиждень з підтримки грудного вигодовування ми будемо сьогодні говорити з нашими гостями. Я хочу представити Інна Москалець, завідувач обласного центру з підтримки грудного вигодовування. Вітаю вас. А також наша студія Ганна Цельм, консультант з грудного вигодовування. Вітаю вас. Дякую, що сьогодні з нами. Телефон прямого ефіру я зазначаю для наших глядачів, якщо у вас будуть виникати запитання, 47-63-37. Будь ласка, ставте. Наші експерти зможуть відповісти на запитання. Перше мене питання до вас, пані Інна. Власне, з 1 по 7 серпня всеукраїнський тиждень відбувся і на теренах України, і на теренах Миколаєва. Власне, з якою метою він був започаткований? І розкажіть про цьогорічний тиждень з підтримки грудного вигодовування. Действительно, из года в год с 1 по 7 августа во всем мире уже 25 раз отмечается неделя поддержки грудного вскармливания. И Украина, естественно, в этих событиях не осталась в стороне. В Украине с 2001 года также отмечается неделя поддержки грудного вскармливания. Почему стала отмечаться эта неделя поддержки грудного вскармливания? Потому что в 1990 году была подписана Иннокентийская декларация в поддержку, защиту и пропаганду грудного вскармливания. И вот вознаменование этих этой даты с 1 по 7 августа с 1992 года проводится неделя поддержки для того, чтобы обратить внимание общественности, будущих мам, кормящих мам на важность грудного вскармливания, на важность грудного молока. Мы как-то привыкли больше говорить о том, насколько важно грудное молоко и грудное вскармливание для самого ребенка. Mm-hmm. Это идеальное mm-hmm. питание, это профилактика инфекционных заболеваний, это психоэмоциональная связь матери и ребенка. Но нужно обязательно акцентировать внимание на то, насколько важно грудное вскармливание и для становления здоровья самой женщины. Это и профилактика послеродовых кровотечений, это профилактика онкопатологии молочной железы и половой сферы. Это, будем говорить, регуляция непланируемой беременности на то время, пока женщина кормит ребенка грудью, потому что в организме женщины происходят гормональные перестройки. И это, конечно, самые счастливые моменты общения с ребенком. Чувствование, да, так вас, да, с детьми, когда, да, когда и женщина чувствует угу. себя нужной, и ребенок в объятиях мамы чувствует себя защищенным, спокойным и сытым. Ну и, конечно, не упомянуть о том, что грудное вскармливание несет экономическую выгоду, мы не можем. Вот, поэтому грудное вскармливание... Для родины, да, это зрозуміло. Так. Да, да, это очень важно. Угу. Вот ежегодно неделя поддержки грудного вскармливания проводится под разным девизом. Вот в этом году она проводится под девизом «Поддержим грудное вскармливание вместе». И вот, расшифруйте. Ну, да, «Поддержим грудное вскармливание вместе». Что это значит? Имея мы медицинские работники, имея опыт работы с беременными, с кормящими мамами, мы не добьемся никакого успеха, если нам не будут помогать средства массовой информации, если нам не будут помогать консультанты по поддержке грудного вскармливания, если нам не будут помогать сами мамы, которые имеют опыт и положительный опыт кормления грудью. Поэтому, если мы объединяемся все вместе, медицинская общественность, консультанты, кормящие мамы, то тогда мы, конечно, и добьемся какого-то результата. Я хочу сказать, что большую помощь, конечно, нам помогает и в пропаганде грудного вскармливания, и рекламные агентства, которые размещают социальную рекламу на своих билбордах. Конечно, если говорить о роли медицинских консультантов, то в Николаевской области это направление еще развито очень слабо. Угу. И поэтому мы с большим уважением относимся к Ане, потому что она подхватила эту волонтерскую работу у нас, ну, в Николаеве. Зараз, да, мы, да, будем говорить. Ганна Цельм, консультант с грудного вигодовування. Власне, что входит до обов'язків консультанта? Коли з'явилися, можливо, у нас в Миколаєві, ну це не посада, це, напевно, громадська, певна діяльність якась, да, яка користь від консультантів, так скажімо. В Миколаєві я перший консультант по грудному вскармливанню. Дуже приємно, у нас перший консультант в нашій студії. Да. Работаю я з 2008 года, то есть уже достаточно давно.
После того, как я прошла обучение в «Молочных реках», это всеукраинская общественная организация, поддерживающая грудное вскармливание, которая проводит грандиозную работу. Они уже издают книги на тех материалах, которые на результатах своей работы. В Николаеве я долгое время была одна, и было еще были мамы, которые проходили обучение, но так и не стали консультантами, так и не начали работать. Что входит в обязанности, в работу, я бы сказала, в функции консультанта? Вначале я работала только с мамами, у которых возникли проблемы. То есть если мама не справляется со вскармливанием, у нее возникают какие-то сложности, что-то не получается, она чувствует себя плохо при этом. Тогда она обращается, я приезжаю к ней, и мы вместе с ней решаем ту проблему, которая есть. Но самый лучший способ лечения чего угодно – это профилактика. Мы это все давно знаем, наша медицина давно про это говорит. И поэтому сейчас, вот благодаря Инне Владимировне, я провожу занятия во всех женских консультациях нашего города. Потому что правильная информация, наличие достаточной, полезной информации, те практические навыки, которые я показываю нашим будущим мамам, это их возможность не обратиться ко мне потом. Так, звичайно. И доступна, напевно, информация. Правильна і доступна, щоб вони зрозуміли, щоб відбувся діалог між вами. Конечно. Мамы очень разные, и поэтому я показываю и рассказываю все действительно очень просто, потому что те, кто могут и хотят узнать больше, они будут читать книги, книг написано довольно много, но им не всем это нужно. Для того, чтобы выкормить ребенка, нужна элементарная информация. И когда-то эту функцию несла семья, когда детей в семьях было больше, и когда девочка росла, она видела, как мама кормит младших, старшая сестра кормит уже своих. И вот эта вот преемственность, передача этой информации, она проходила совершенно естественным путем. Потом, когда детей у нас стало мало, промежуток между ними зачастую достаточно большой, семьи стали жить отдельно, они с бабушками, дедушками, сестрами, дядями. И доступность информации стала ниже. И вот консультанты по грудному вскармливанию выполняют вот эту функцию передачи информации. Угу. Вот функцию больших семей. Угу. Вот. А можно добавить? Я бы хотела сказать, что Аня занимается консультированием по грудному вскармливанию на волонтерских условиях. У нас консультирование по грудному вскармливанию по линии здравоохранения проводит каждый педиатр. Фактически ребенок после рождения сразу же попадает под наблюдение педиатра. И уже сразу же начинается с мамами рассматриваться вопросы по правильному прикладыванию, по правильному положению ребенка у груди матери, о том, как ребенок должен кормиться, насколько важно для ребенка находиться с мамой в одной палате, а потом после выписки, чтобы мама находилась на совместном пребывании, о том, что детей нужно кормить по требованию. То есть у нас существуют такие принципы поддержки грудного вскармливания, которые и в дальнейшем эти все принципы внедряются в работу врачами на педиатрических на участке. Если ребенок находится, например, по каким-то причинам в стационаре, то врачи стационара тоже занимаются этими вопросами. У нас вопросы поддержки грудного вскармливания освещаются и в работе школы ответственного родительства, вот, в работу которой включилась и Аня. То есть мы готовим уже на этапе беременности как бы доминанту грудного вскармливания и уже направляем беременных женщин на то, что важно после рождения ребенка именно кормить ребенка грудью. Взагалі, с какого периода треба навчати ну, с таким азам грудного вигодовування. Напевно, навчати не лише, не навчати, а знайомити, можливо, я неправильно сказала, знайомити і, напевно, не тільки майбутню маму, а й тата, син також. Мені дуже подобається девіз неділі підтримки грудного вскармлювання, що підтримуємо грудне вскармлювання в місті. І в місті це, от, крім медицинских работников, средств массовой информации, консультантов по грудному вскармливанию, это еще и семья. Потому что семья должна поддержать не только грудное вскармливание, а прежде всего поддержать маму, которая кормит ребенка грудью.
А вот с какого возраста начинать? Мне кажется, что постепенно в результате нашей вот совместной работы, того, что мы сейчас делаем, это войдет в культуру. Был такой образ младенца несколько десятков лет назад, когда маленькие девочки уже там, у них была кукла, и у нее было отверстие для пустышки. Это был такой вот ошибочный образ. И вот этот ошибочный образ будет уходить. Сейчас уже я вижу девочек, которые, играя в куклы во дворе, имитируют прикладывание. Они уже готовятся кормить своих будущих детей. А именно практическая информация, мне кажется, что до беременности мама просто мало об этом думает. А має думати, майбутня мама. Обязательно, конечно. Да, не тільки з консультації, коли мама приходить, майбутня мама, ставати на документи оформлювати до лікаря. Сейчас очень, конечно, беременные женщины тоже активно включаются в эту работу. Они очень много информации черпают также из интернета. И я хочу сказать, что в своей работе, если когда у нас только шло становление вот этих новых подходов к грудному вскармливанию, то есть современные практики грудного вскармливания, то мы несколько со стороны бабушек имели противодействие. И они чаще настаивали... Это инше джерело, так да, они чаще настаивали на своей более такой забытой давней информации для нас, например, на сегодня забытой. То на сегодняшний день я хочу сказать, что уже и бабушки тоже перестроились, и тоже они уже знают современные практики грудного вскармливания по раннему прикладыванию, совместному пребыванию, кормлению по требованию, отказу от сосок, пустышек, от допаивания воды, от бутылочек. То есть все вот эти вот моменты, они как бы способствуют становлению успішного грудного вскармлювання. Педіатри, якщо це дуже добре, педіатри підключається, але ми ж всі знаємо, скільки дітей на дільницях у педіатра, і, можливо, не зовсім довірливі стосунки там, в кабінеті, так, між мамою молодою і педіатром. А консультант, на мою думку, мені так здається, можливо, підтвердити, більш довірливі стосунки, так, з мамою відбуваються. Прежде всего, если мама обращается, да, она уже как-то доверяет, она либо слышала от другой мамы о том, что это может ей помочь. И я работаю не только со вскармливанием, а вот опять же с мамой. То, на что, к сожалению, у педиатра просто времени не будет, когда у него эпидемия гриппа и 20 вызовов. Вот даже при самом большом желании он не сможет сесть и разобраться с мамой, почему она не выспалась, почему она расстроена, чего она пугается, что ее тревожит. А все это факторы, которые мешают ее вскармливанию. То есть мама должна быть отдохнувшая, довольная, счастливая, и тогда ей вскармливание принесет только удовольствие. Может, вы и с папами работаете тоже, наверное, параллельно. Потому что если с семьями, то, конечно, надо и папам объяснять это, насколько важно маму освободить от всех домашних дел и дать ей возможность и выспаться, и отдохнуть для того, чтобы сформировалась нормальная, достаточная лактация. Активные папы – это потрясающе, потому что именно папа может запомнить все рекомендации, напоминать маме, записывать там... Приходишь, папа уже достает блокнот, рассказывает, сколько ребенок там весил, писал, что он еще делал. Включенный папа, поскольку гормонально он не включен, он остается такой логической составляющей. Он остается вот потом домашним консультантом по вскармливанию, который все запомнил и все напоминает. Вы сказали, пані Інна, що є певні принципи грудного вигодовування. Давайте нагадаємо їх. Ну, я уже на них, собственно говоря, и останавливалась. Есть 12 принципов, это они фактически существуют для медицинских работников, а для наших кормящих мам вообще, это называется принципы или правила успешного грудного вскармливания. Это раннее прикладывание ребенка в первые 30 минут после рождения, осуществление кожного контакта в течение 2 часов для того, чтобы ребенок обсеменился материнской флорой и не было поступление к ребенку какой-то патогенной флоры. Это кормление ребенка по требованию. Это правильное положение ребенка у груди, потому что только при правильном положении ребенок будет удовлетворительно прикладываться к материнской груди, будет сосать активно, и грудное вскармливание не будет ему
приносить никаких неприятных ощущений. Учитывая, что у нас ребенок находится на свободном режиме грудного вскармливания, и он получает во время кормления и переднее, и так называемое заднее молоко, то у нас отпадает необходимость ребенка допаивать водой. А раз мы не допаиваем водой, то нет необходимости, ну, собственно говоря, нет необходимости и давать ребенку и соску. То есть лучше лишний раз взять ребенка и приложить его либо к груди, или просто подержать на руках. Не давать пустушку. Значит, мы рекомендуем, это все, я как бы говорю, правила успешного грудного вскармливания, мы рекомендуем обращаться в группы поддержки грудного вскармливания из матерей, которые имеют опыт, а также из медицинских работников в то лечебное учреждение по району обслуживания, куда относится женщина. А также одним из важных принципов поддержки грудного вскармливания является отсутствие рекламы заменителей грудного молока. То есть они в продаже могут быть, но в лечебных учреждениях реклама должна отсутствовать. Почему? Потому что если женщина сталкивается с этой рекламой, то при каких-то трудностях и при отсутствии молока у нее может как бы автоматически возникнуть логотип той или иной фирмы, и это ее может быть, да, может ее побудить к скороспешному переходу на искусственное вскармливание. Вот. И еще одним из важных принципов поддержки грудного вскармливания является подготовка женщины к партнерским родам, потому что грудное вскармливание и партнерские роды – это две темы, которые идут общие, они неразделимы. Поэтому и на этапе женской консультации, на этапе беременности женщина при посещении школы ответственного родительства, она изучает и вопросы и поддержки грудного вскармливания, и подготовки к родам с партнером. Зачем нужен партнер в родах? Для того, чтобы помочь женщине уйти от обезболивающих препаратов. Есть различные способы обезболивания. Это и массаж, это и подтягивание на шведской стенке. То есть это все отвлекающие моменты для того, чтобы женщина не использовала как можно чаще медицинские спазмолитические препараты, обезболивающие, потому что эти препараты не безразличны для здоровья ребенка. Цьому треба навчитися, цим методом, так? Да, ну вот как раз они вот эти вот обучающие программы и имеют и женские консультации, и посещая обязательно женские консультации на этапе беременности, они могут там подчеркнуть всю эту информацию. Пані Ганно, ми вже говорили про режим вигодовування. Зараз такого поняття немає, так? Да. Вільне годування. Ваша думка з цього приводу? То, що ми називаємо режимом вскармливания, это вскармливание по требованию. При этом для детей первых месяцев у нас есть максимальные промежутки. Не реже, чем. То есть не реже, чем 2,5-3 часа дневное время. 2-2,5 для первого месяца. И не больше 5 часов ночной промежуток. Потому что, когда мы делаем длительные паузы, лактация начинает угасать. Поэтому, но здесь мы говорим тоже, когда мы это контролируем, когда что-то нас смущает. Вообще просто ребенок хочет есть, мы его кормим. А якщо він плаче, ну мама так думає, плаче дитина, напевно, хоче їсти. Це правильний підхід? Мама совсем маленького ребенка, то есть когда это, мы не говорим о годовалых детях, мы говорим о начале грудного вскармливания, то есть ребенку месяц, он плачет. Мама может совершенно смело думать, плачет, хочет есть и прикладывать его к груди, потому что он может хотеть есть, пить. Сосательный рефлекс – это отдельный рефлекс. Потребность в сосании и потребность в еде, они не идентичны. Он может хотеть сосать грудь. Он может хотеть быть на руках, он может хотеть эмоционального контакта с мамой. И на все эти вопросы у нас существует одно решение. Мама может взять ребенка и приложить его к груди. Пані Інна сказала Я хочу как раз сказать, что если мы говорим о детях первых дней жизни, там, в первые полгода, то, конечно, грудное молоко и прикладывание к груди – это больше как источник питания. А если мы говорим о более старших детях, и то, что касается, например, детей, которые старше года,
кормятся грудью, то здесь уже грудное молоко не является источником питания. Здесь как раз мы говорим о психоэмоциональной связи матери и ребенка. То есть если ребенок, допустим, ложится спать, и он прильнул к маминой груди, и в это время он расслабился, и мама отдохнула, и он себя почувствовал рядом с мамой и успокоился, то это очень как бы неплохие моменты. Ну и, конечно, все равно в любом случае, так как на втором году жизни ребенок получает хотя бы пол-литра молока, то это небольшое количество пол-литра молока тоже обеспечивает ребенка на 29% энергии и на 60% витамином С и витамином А. То есть грудное молоко, ну, если мы говорим, то в первые 6 месяцев это как источник питания, в более старшем возрасте это и больше как психологические моменты прикладывания. До речі, є якісь спірні моменти або схожа думка щодо тривалості вигодовування? Мы рекомендуем грудное вскармливание исключительно до 6 месяцев, исключительно грудное молоко, больше ничего, до 6 месяцев. А длительность грудного вскармливания до 1-2 и более лет со своевременным введением прикорма. Потому что здесь тоже очень важно ребенку 6 месяцев дать уже дополнительное питание, которое будет его обеспечивать и адаптировать уже к обычной жизни. Пані Ганно, скажи, пожалуйста, мы говорили, власне, пані Інна сказала, что если мама бачить певні логотипи рекламні і виникають певні труднощі з грудним вигодовуванням, вона може відмовитися. Що в такий момент, можливо, це буде якийсь критичний момент для мами, таке прийняти рішення відмовитися від грудного вигодовування, що можна сказати в такий момент? К сожалению, такое бывает. В первую очередь мама вызывает глубокое сочувствие, потому что что-то заставило ее принять такое решение. Либо ей было настолько трудно, настолько больно, настолько иногда мама подвергается давлению все-таки со стороны там, своего окружения. И она сдается. Ну, всегда это для нее эмоционально трудно. Поэтому важно в первую очередь поддержать маму, чтобы даже если у нее не сложилось это вскармливание с этим ребенком, то в следующий раз она будет знать, где она может найти поддержку. Но, естественно, мы уважаем выбор мамы. И моя задача как консультанта по вскармливанию – это предоставить ей информацию и помочь ей. Угу. Вона сама має зробити вибір, так? Конечно. Або піти таким шляхом, або все ж таки обрати грудне. Да. Когда в Швеции были сформулированы вот, в общем-то, современные представления о вскармливании, теоретически посчитали, что 97% может выкормить маму грудью. И когда начали внедрять эти принципы, оказалось, что 95% они получили, по-моему, если не ошибаюсь, фактических процентов. То есть все мамы, которые хотели. А мені цікавий ваш шлях до цієї громадської діяльності. По первой профессии я врач-неонатолог, я работала в родильном доме давно. И меня интересовали вопросы, в том числе вот грудного вскармливания и контакта матери и ребенка, как залога будущего здоровья, счастья, благополучия. В родині, так? Напевно? В сім'ї, да. Для ребенка и для сім'ї в цілому. Поэтому по второму образованию я психолог, и вот с 2008 года я консультант по грудному вскармливанию. Консультантами по вскармливанию могут быть не только мамы с медицинским образованием, очень много и психологов, и вообще женщин других профессий. Но это мама, у которой есть успешный опыт вскармливания ребенка и которая хочет передавать его дальше. А, до речі, ось такий, ну, не інститут, а ось така посада, громадська діяльність, вона ж не в Україні виникла. Коли вона виникла і де, власне? Возникла вона во Франції. Вот первая, если не ошибаюсь, первая в мире организация «Ля Лічі Ліг». Ліга підтримки грудного вскармлювання. Пані Інна, ми почали говорити з тижня підтримки грудного вигодовування. Власне, які підсумки? Что я могу сказать? Во время недели поддержки грудного вскармливания, так я говорю, что мы в ежедневной работе занимаемся консультированием по вопросам поддержки грудного вскармливания, а на неделе поддержки мы еще раз акцентируем внимание, проводим различные мероприятия. В лечебных учреждениях проводятся семинарские занятия, напоминаем медицинскому персоналу о важности грудного вскармливания. Затем проводятся различные
круглые столы. Вот в частности, в первом родильном доме Аня участвовала в круглом столе. Там собирался консультант по грудному вскармливанию, беременные женщины, папы, медицинские работники. И очень большое значение, конечно, играют проведение акций. И у нас в этом году мы проводили акцию в городе Первомайске и в Южноукраинске 2 августа. И попытались провести акцию в городе Николаеве, но, возможно, из-за жары акция у нас, можно так сказать, не совсем состоялась. А вот то, что касается Южноукраинска, то акция, конечно, прошла на одном дыхании, было в виде сказки, костюмированное мероприятие. Вот, и поэтому то, что мы получили такой заряд энергии и медицинские работники, и организаторы, то большое спасибо, конечно, коллективу Южноукраинска, который так постарался и доставил большое удовольствие нам и, конечно, большую пользу тем мамочкам и беременным женщинам, которые пришли на Вони это мероприятие. Вони пришли, отримали власну інформацію, корисну інформацію. У нас буквально кілька хвилинка для підсумку. Що найперше мами мають знати про грудне вигодовування і не тільки мами? Мами повинні знати, що у них все вийде, повинні знати, що це важливо. Что это на самом деле важно для мамы и ребенка, и они должны иметь доступ к информации. Так, ну, я хотела, конечно, сказать, что важно идти к этому и готовиться еще с этапа беременности, учиться и действительно быть уверенным, что все получится, и обращаться к помощи и медицинских работников, и к помощи консультантов, и к помощи тех женщин, которые имеют опыт грудного вскармливания, они через социальные сети обращаются. И я, конечно, им всем желаю успешного грудного вскармливания и сохранения здоровья их, и сохранения здоровья их малышей. Я вам дякую за участь у нашей программе. Нагадаю нашим глядачам, мы сегодня говорили на тему грудного вигодовування, підтримки грудного вигодовування. Дякую вам за увагу. На все добре.